нашем садовом центре и в прочих садовых центрах большое количество поступлений луковичных растений, корневищиков разных, которые так же, как и семена, нуждаются в предпосевной обработке. Хранение и обработка. Поэтому обязательно вот используйте либо уже марганцовку, да, либо препараты специальные. Сейчас вот Максим появился вот такой вот. Большая бутылочка, очень надолго хватит. Также можно использовать его на картофеле. Тоже для профилактики заболеваний. А что скажите, вот Байкал или Восток? Вот. Байкал, Восток. Микробиологические удобрения, но это органическое земледелие опять. Основываясь на свой опыт, я эффект не увидела именно в применении в грунте, потому что, насколько мне известно, очень важно соблюдать правильный температурный режим при применении. А наши делают коктейли. Вы не помните, как Лена говорила, коктейль? Я все хочу записать и попробовать. Наши делают коктейли. Коктейли мы называем, и вообще это слово вам теперь понятно, когда смешивается несколько препаратов. То есть наши делают фитоспорин, вот этот Байкал, что она еще? Еще два препарата каких-то. Вот таким коктейлем она обрабатывает и весь сезон ничего не знает. Но это вот наши там заявляют. Грунт, рассаду, вот это вот все опрыскивает и вот это помогает. То есть, опять-таки, вы должны внимательно изучить, что из чего состоит и что с чем смешивается. Да. И потом уже, когда это применять. Но вот знаете как, для того, чтобы не было проблем, желательно всегда осенью уйти в зиму чистым. То есть вот профилактические обработки осенние, даже то же самое голубое опрыскивание, так называемое купоросом, бордоской жидкостью. Вот. И то же самое, когда вы весной выходите в сезон. Потому что дело в том, что голубые опрыскивания, они тоже температурный режим решается 7 градусов. Температурный режим, а это довольно-таки низкий температурный режим. Когда плюс 7, да, плюс 7 градусов. Вот.